К новостям культуры. В Твери на Театральной площади в рамках Всероссийского фестиваля марафона «Песни России» под художественным руководством народной артистки России Надежды Бабкиной состоялся концерт для всех жителей Верхневолжья. Тему продолжит наш корреспондент. Масштабный фестиваль-марафон стартовал в селе Тургиново Калининского округа Тверской области. Бесплатные концерты прошли в Торжке, в Кашине, Старице, Вышнем Волочке, Кимрах. Главная идея фестиваля – объединить все народы, которые проживают в России. Предложение Надежды Бабкиной много лет назад поддержали в Министерстве культуры и в правительстве страны. Как показало время, песни России не только прижились, но еще имеют колоссальный успех. А в День России фестивальные мероприятия прошли в Твери. А сегодня как никогда очень важный цементирующий праздник. День нашей великой, самой огромной страны в мире, нашей любимой России. В эти дни зрители смогли увидеть выступление народной артистки Российской Федерации, автора и художественного руководителя фестиваля Надежды Бабкиной, а также всех ансамблей Государственного театра «Русская песня», Государственного театра народной песни и танца «Айкай», этнографической фольклорной группы «Мерема», тверских коллективов и других исполнителей. Добавим, в эту пятницу звезду отечественной эстрады и творческие коллективы встретят в Оржеве, далее в Бежецке и в Конакове на Центральной площади 15 июня. Начало всех концертов в 19 часов. Наряду с концертами также проводятся мастер-классы. Профессионалы рассказывают о нюансах исполнения народных песен, о своем репертуаре. Кроме того, всем любителям народной культуры предлагается за полчаса до концертной программы поучаствовать во флешмобе традиционных национальных костюмов.